Салон Шипцентру. Информация по эшелону 1274К подтвердилась. Начал работу. Соломщик. Мы выгружайся. Это ставим сюда. А это. Красота-то какая! Угу. Глубина здесь 100 метров. Кажуть, тут німці наших потопили. Наших полонених, що Гітлеру ставку будували. А пацани говорили, що вони живі. Вроді мертві, а вроді живі. Всі в риб обратились. Ага. Настоящего картографа рыбой не испугать. Так, девочки, обещанный сюрприз. Это ставим. Это заводим. Это сюда. Опля. А? Так ночи вины немає. Так, девочки, а теперь по глоточку и купаться. Гигиена, гигиена. Гигиена. Давай, 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 давай. Веруня, молодца. Людмила, 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 молодец. А ну что стоим, что стоим? Воду, воду, быстренько, быстро, воду. Я. Слышала, там глубоко майор сказал. Людка! Что ты делаешь? Семьдесят 74-й. На Жмеринку пошел. Макарыч, а машинисты где? А машинисты эти. И СМЕРШа увезли. СМЕРШа? СМЕРШа нам еще здесь не хватало. Ну вот именно. Они его в Киев отправили. А давай, ты почем знаешь, что из СМЕРШа? Ага. Я же вижу. Вот так. Все ты, Макарыч, видишь. Все ты замечаешь. Коль, трогай. Комендатуру? Комендатуру. Все ты замечаешь, Макарыч. А как же не замечать?
На то он и Макарыч, чтобы все замечать. Да, пока удобно. Летяга, о, помочь! Это ты, Пичугу, велосипед дал? Я что? Летяга, ты чего? В зоне особого режима был задержан человек. Успеваешь? Товарищ мой, разрешите? Летягин, ну заходи. Товарищ майор, экстренное торможение на повороте. Рельс вывернуло к чертовой матери. Видите, какая загогульна. А состав под откос. Ну и что ты сюда приволок? Или вас в столовке перекармливают, что у тебя на эти железяки здоровья хватает? Товарищ майор, ну как? Ну инструкция, а? Ну и что? И что там в инструкции написано? Что я должен сейчас тут стоять и смотреть на эту хреновину? А? Ты мне хоть какую-нибудь тряпочку принес, понимаешь? Ну какую тряпочку? Тряпочку. Ну бумажку какую. Следок, понимаешь, чтобы можно было разнюхать. Кто вот эту вот диверсию, эту пакость совершил? И что за место у нас какое-то проклятое? Третий состав летит. За 2 месяца. Тряпочек там полно было. Вот поезд под откос, а тряпочек вот, пожалуйста, целые вагоны. Вот специально для вас захватил одну с дыркой. Это, лейтенант Летягин, не тряпочки, а это парашют для осветительной ракеты. Той самой ракеты, которую сейчас так необходимо нашему наступающему фронту. Ты на фронте, сынок, был? Нет, товарищ майор. Знаю, сынок, не был. Знаю. Оно как прятаться, так лучше тьмы нет ничего. А как наступать? В атаку идти? А? Что? Ну, что? Боязно наступать. А теперь ракеты эти, которые должны тьму эту разогнать и осветить наш наступающий порыв, не полетят. Почему? Почему? А потому что парашюты для них сейчас валяются под откосом. И всякая мародерская дрянь их сейчас, наверное, растаскивает своим бабам на исподни. О, чем ты помог фронту? Ой. Чем помог? 3 состава летит за 2 месяца. Товарищ мой, тут еще вот какая неприятность. Майор Коптелин, ну, этот… Зайдешь ко мне? Из геодезической партии. В карьере утоп. А чего и туда занесло? Ну, не знаю, может, замер делал. Ну и перепились, как обычно, с бабами. Вы же знаете, Верка-то, Люська, ой, сказка. Да знаю, знаю. Вот. Так все втроем и утопли. Вот люди, а! Враг родную землю топчет. Они лучше смерти не нашли. Ладно, мой грех мне отвечать. Так, все. Дверь прикрой! 3-й состав летит. За 2 месяца, а? Алло, Клава. Клава, дай-ка мне Киев. Особый отдел. Ну и шпион я, товарищ гражданин начальник. Честное слово. Я сына побачив на рельсах. Разумеете? Понимаете? Сына побачив. Ваш сын в это время был дома, а мы проверяли.
Може, у вас приборчик, який є, щоб показував, що я не брешу. А може я, того заболівший душевно. Ти поїзд під откос повел? Вот, поїзд со стратегическим грузом. А это означает саботаж, вредительство, диверсию. И сам знаешь, чего объяснять, что за это бывает в военное время. Расстрел. Что ж выходит, меня в расход? Пока смягчающих обстоятельств я не вижу. Так сына ж я побачив. Ну, як же поїхати на рідну дитину? А може, проще все було? Може, як в окупацію на немців працював, то дружков себе завел? Ведь работал же на врага. Было? Дітям їсти нужно було. А немець він не питав, хочу я чи не хочу. Автомат спиною, давай лізь на паровоза. Товариш, дорогий начальник, не стріляйте мене. Я не стріляю, я не воєнний трибунал. Я обстоятельства іщу. Ну так знайдеш ти це обстоятельство. У тебе ж воно і образування найвище є, щоб такою відповідальною роботою займатися. Ну я тебе Христом Богом прошу, ну знайди какое-нибудь обстоятельство. Ну, вб'ють мене. Яка від того буде користь? Не хочеш ти мене убедити. Где медсестра? Иду. Девушка, можно побыстрее? Сейчас. Майор, с персоналом работать надо. Сейчас, родненький, сейчас, потерпи. Тихо. Будьте рядом. Закройте дверь, майор. Больно тебе, знаю, но говорить надо. Я видел маршала Конева на аэродроме. Маршала Конева не могло быть на аэродроме в этот момент. Он находился в штабе фронта, а это 200 километров на запад. Я видел его Виллис на посадочной полосе, поэтому повернул штурвал. Если бы не эта чертова вышка. А вы ничего не пили перед полетом? Товарищ полковник, я не жилец. Говорю, как на исповеди. Перед посадкой на аэродроме в салоне началась паника. Я не знаю, почему. Штурман тоже видел маршала? Капитан Зуев что-то кричал, но я не понял. Сестра! Сестра! Я здесь. Ой, он умер. Извините, пожалуйста. Да вы-то тут при чем? Миша, мне срочно нужен сирота. Где он сейчас может быть? Сирота? У Арнольдича на занятиях.
Значит, к Арнольдычу. Стой. Я же тебе объяснял. Ты берешь левой, правой зажимаешь кисть. Правой. И резкий выдох. Ты понял? Понял. Давай. Пошел. Есть. Хорошо. Отлично. Иван Арнольдович. Да. Опа. Здорово. Секундочку. Ребят, все понятно? Вперед тренироваться. Только не халтурить. Что случилось-то? Ты что, соскучился? Тренироваться хочешь? Да нет, других дел хватает. Сирота мне нужен, он у тебя. Да, слышь? Тренируется, стреляй. Ну, я у тебя его заберу, Арнольдович. Ну что, если нужен, значит будет. Антонченко! Сирота ко мне, быстро! Сейчас будет. Я! Иди, Арнольдыч зовет! Иду! Хорошо, хорошо! Хорошо! Не расхолаживаемся! Отлично, отлично! Стволы подклинивают! Да ничего, смажем, все нормально будет! Давай! О! Давай, давай, там Тарасенко по твою душу пришел. Давай, быстро. Следующая пара. Резче захват. Здравия желаю, товарищ полковник. Есть! Здорово, капитан. Отлично. Арнольдович, ну что, как мой подопечный? Да хорош, хорош. Правда, халтурит ты тогда. Как халтур? Халтуришь? Ну, Иван Арнольдович. Да, ты не халтурь. Девиз Суровский, помнишь? Хорош. Тяжело в учении. Ладно, я совсем по другому делу сюда прибыл. Извини, Арнольдович. Да. Пойдем, потрещим. Работаем, работаем. Что там с этим машинистом? Допросил его Смирнов. Угу. Ну и? Ничего. Значит, во время оккупации сотрудничал с немцами. Ну, работал. Какой там сотрудничал? На самом деле ничего он не сотрудничал. Просто работал. Понимаешь ли, ерунда тут какая-то выходит. Нечисто с этими видениями. Мой летун сказки рассказывал. Ваш паровозник небылицы плетет. Мало похоже на совпадение. Слушай, может, ты еще раз его допросишь, а? Максим Петрович, я бы, конечно, только приговор приведен в исполнение. Но вы же знаете Смирнова, как у него это делается. Конечно, у нас это быстро. Товарищ полковник, генерал Полуноченко переносит совещание на 16:00. У него там срочная встреча на аэродроме. Ясно. Готовь машину. Есть. Давай, сирота, переодевайся, поедешь со мной. Понял. О, вот это оно! Молодцом, молодцом. Удачи, Арнольдович. Да, счастливо. Счастливо. Главное, не халтурить. К
Товарищ генерал, 25-й приземлился! Здравствуйте, Валентин Васильевич. Здравствуйте, Георгий Николаевич. Мне звонил товарищ Молотов, но сказал только о вашем прилете и что у вас есть очень важный разговор. Прошу в машину. Обед в отделе приготовили. Валентин Васильевич, я боюсь, с обедом не сложится вопрос очень серьезный. Лучше всего его поговорить здесь. Где уж точно никто и никак. У меня всего полчаса. Дай документы. Пойдемте. Да, делишки у вас тут. Что у вас в Виннице происходит? А что это Москву наши скорбные дела заинтересовали? Заинтересовали. Сводку последнюю слушаю. Конечно. Дела у союзников не очень. Совсем не очень. Черчилль нервничает. Он вообще в последнее время очень много нервничает. Ну, к делу. А дело касается переговоров Винницы в 42-м. А, значит, переговоры все-таки были? О, были, не были. Молотов летал на переговоры Гитлеру, Берия летал, но это было нужно, мы тянули время. Тактические игры. Какие игры? В июне 42-го Павлю чуть Сталинград не взял. Мы цеплялись за любую возможность выиграть хоть неделю-другую. Да за день цеплялись. Вперед эти переговоры никто не воспринимал, они шли никак и закончились ничем, но... Остались бумаги. Что за бумаги? Ну, канцелярщина, протоколы о намерениях. Валентин, в умелых руках эта канцелярщина может превратиться в бомбу. В такую бомбу, которая взорвет коалицию. Товарищ полковник, может, чаю? Нет, 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 потом. Есть. Иди к сюда, сирота. Смотри, Ваня. Вот, 20 километров на 20 километров. Угу. И за 2 месяца в этом квадрате 3 крушения поезда и 1 самолета. Угу. Вот, берем. 10 июля. Лобовое столкновение. Состав с лесом и военный эшелон. Виноват стрелочник. А, ну, как обычно. Нет, не как обычно. Именно стрелочник. Только его за это не привлечешь. Почему? Да вот, помер, стрелку переводя. Так. О, величко. Так. Я сколько покойников видел. Что так человека перекосило, это ж... Как будто черта увидел, Максим Петрович. Ваня, я в черте не верю. Это во-первых. Так, ну-ка присядь. Вот, допустим, врали нам паровозник и летун, и стрелочник умер сам по себе. Но как можно допустить, чтобы 2 эшелона шли навстречу друг другу, причем видимость прекрасная, участок ровный, а не лоб в лоб, и ни одной, заметь, попытки торможения, а? А я думаю, Ваня, что в Виннице работает крот. Крот? Ну, не знаю, Максим Петрович, но, может, все-таки пережили ведь мы шпиономанию. Ваня. Думаете, крот? Кротище. И он знает, что надо взрывать. И делает это так, чтобы все выглядело как случай. Ага. Как совпадение. Как нелепое стечение обстоятельств. Но вот как он это делает, я не знаю. Вот газета. Заметьте. Самая уважаемая стокгольмская газета. Вот статья о переговорах Гитлера и Сталина. Сталина, Сталина. Вот у такой копии документов. Это фальшивка. Хорошо сделанная, но фальшивка. А экспертиза? А что экспертиза? На экспертизу пойдут подлинные документы.
А вместе с подлинными два чемодана изделий ведомства Шелленберга. Ну, к примеру. Протокол о том, что Красная Армия вторгается на Британские острова и в Америку при условии, что Сталин заключает мир с Гитлером. А? Ты представляешь себе реакцию союзников? А почему вы к нам-то обратились, Георгий Николаевич? Ну, не к внешней разведке, но мы же работаем по Украине. Да у меня спецов таких нет, чтобы забросить. Куда? В Швецию? Чтобы перетрусить там все эти сейфы, газеты, редакции, германского посольства. Вы меня не поняли, Валентин Васильевич. Мы считаем, что протоколов у немцев сегодня нет. Они бы обязательно использовали их перед Тиграном или перед высадкой Нормандии. Есть соображение, что они так и остались в Виннице. Гитлер требовал удерживать винницкую ставку любой ценой. Эвакуацию любых документов запрещал категорически, знаешь. Короче, когда архивы начали вывозить, наши «Катюши» залпом уже накрыли аэродром, так что ни одна дрянь взлететь не успела. Так что бумаги, скорее всего, обратно под землю вернули. И они сейчас там. И за ними придут, если уже не пришли. Ставка Верховного Главнокомандующего приняла решение с 20 по 23 августа провести в Виннице большую штабную игру. Весь генералитет съедется, специалисты. А у тебя там крот работает. Присядь-ка. Присядь. Ты можешь себе представить, какая появляется возможность у врага в раз покончить с элитой военной советской науки? Понимаю, товарищ генерал. Слушай сюда, Максим Петрович. Нам нужно, чтобы немцы узнали про эту штабную игру. И сделать это надо ненавязчиво, аккуратно, ну, чтобы сами доперли. Не очень понимаю. Сейчас поймешь. Николай, занеси-ка аппарат. Разрешите, товарищ генерал. Ставь сюда. Свободен. Есть. Как у тебя с немецким? Порядок. Вот это эсэсовский офицер, Клаус Хишмайер. Он отвечал за доставку документов в Берлин. Его взяли под Винницей, сильно раненого. Вот послушай. Вы, собственно, не понимаете, что на самом деле происходит. Бумаги охраняет смерть. Мы сумели превратить страх в смерть. Это страшно. Это очень страшно. Это глаз Божий. От грозного глаза твоего побегут народы. Когда восстанешь, рассеются племена и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница. Бросится на нее, как бросается саранча. Дальше тебе слушать не нужно. А что это за бумаги? Тебе надо знать только одно. Эти бумаги должны быть найдены. Все. Ясно? А что вот это он говорил про смерть? Не знаю. Глаз Божий. Может быть, гипербола какая-нибудь. Они же немцы, знаешь, это народ-то романтический. Кто у тебя там винится за особисто? Думанский Миша. Неплохой опер. Только немного с водочкой балует. Ведь специально его отправил в самый захолустный гарнизон с глаз долой. А вот не бывает захолустных гарнизонов. У тебя есть нормальный человек? Капитан Сирота. А, Сирота. Знаю, знаю. Да, он у тебя такой хваткий. Хваткий, черт. Хотя чересчур инициативный. Ну, инициативный – это хорошо. Известие о штабной игре должно заставить крота зашевелиться. Отправляй Сирота, но запомни. Играем его в темную, Максим Петрович. Только в темную. И твоему этому оперу Туманскому ни-ни. Оформишь Сироту военным корреспондентом окружной газеты, инструктаж там проведи, чтоб комар носу. Понял. Все, отправляй Сироту завтра же. Есть, товарищ генерал. Вот так. На, держи. Давай, поднимай. Ой, не рвать. И чтоб было высоко художественно. Федя, подожди меня. И в натяг ее. В натяг. Да, и в натяг ее. Ой. Правильно. Товарищ майор, ну вот куда вы со своей ногой полезли опять? Хорошо. Не дрейфь, Летягин. Нога уже давно подзажила и не боится ни занозы,
ни мозолей, ни даже самого ревматизма. Да, а вот как упадете? Да ты! Отстань, Летягин! О, лови. Галина Сергеевна, а я вас тоже прошу туда, на фотографию. Военкор приехал, из округа. А, девчат, вы все поняли. Молодца, молодца, да, черепахи. Образцово, так сказать, показательно, как в 39-м на учениях. А. Товарищ корреспондент, товарищ корреспондент. А? Может, чем-то помочь? Нет, нет, спасибо. А, ну, если что, обращайтесь. Спасибо, хорошо. Нет низкой до Бреста, нет такого места. Та-та-та-ра-та-ра, опа, та-ра-та. Как я сказал, нормально. Нормально. Товарищ майор, да? Что с картиной-то делать? А, где? Вот. А, ну-ка давай, пристрою ее вон туда, на полуторку. Ага, хорошо. Так, для... за мной. Фронтовой бригады. О! Ой, кривуля, кривуля. Кривуля! А? Давай пойдем фотографироваться! Не! Давай, давай, давай! Давай! Вставай! Я, ну, пошли, как пошли! Неудобно! Чего я? Ну вот тебе, ну! Баранки гнул! Товарищ мой! С китером чего делать будем? Выбросим! Не-не-не! Нехай висит! Пусть ему там, в Германии, от каждого нашего плевка рожу его поганую кривит. Так, товарищи офицеры, так, заканчиваем курить и все подтягиваемся туда. Вот, товарищ корреспондент, сейчас весь офицерский состав и комендатуры, и госпиталя соберется, так сказать, в ваше полное распоряжение. Так, понял, хорошо. И вы туда. Летягин! Я, товарищ майор. Давай это, фуражку. Есть. Так. Все дружно рассаживаемся на фотографию. Давайте, чтоб никого не ждать. Попрошу всех покучней, на позицию. Покучней. Вот, так, кто со мной? Так. Говоришь, майор, разведено. Давай на левый фланг. Так. Расправили плечи, приняли бравый вид, чтоб все было на загляденье. Летягин, Крюль, ты где? А? Давай. Я здесь. Давай, давай, да, давай. Ну, о, майор. Молодчина. Ну что, сирота, приступай, как говорится, к своим обязанностям. Ищи крота среди тех, кто владел информацией по эшелонам. А это у нас... Майор Черепахин. Майор Черепахин. Начальник комендатуры. Имел полную информацию о передвижении грузов. Лейтенант Летягин. Из новоприбывших. Командир взвода связи. Располагал информацией только по последнему эшелону. Майор Рукавишников, замначальника комендатуры. Обладал полной информацией о грузах. Кто еще? Младший лейтенант Кривуля, начальник пожарной части, ополченец. Был тяжело ранен, потерял слух. О грузах имел частичную, а возможно и полную информацию. Дмитрий Гулямов, капитан интендантской службы. Имел частичную информацию о грузах, но ее недостаток мог восполнить в разговорах со связистками комендатуры. И майор Шагалова. Шагалова Галина Сергеевна, майор медицинской службы. О грузе могла знать все. Кто владеет спиртом, тот владеет информацией. Внимание! Эйн, Свейн, Дрейн! Снимаю! Все! Так, товарищи, все, никто никуда не расходится. До обеда есть время. Сейчас будет лекция майора Думанского Михаила Медоновича о бдительности. Товарищ корреспондент, я вас тоже приглашаю на лекцию о бдительности. Я думаю, вас это тоже касается. Слушаю, товарищ майор.
товарищ корреспондент, мотоцикл убрать надо, мешает. Гулямов! А ты куда поскакал? Ну что сразу Гулямов-то, товарищ майор? Ну что, больше некого. Что ж думаешь, раз ты складской, значит вопрос об бдительности мимо ушей пропустить можешь? Ну, товарищ майор, ну чего сразу Гулямов-то? Ну давай, давай возвращайся. А, Гулямов, Гулямов. А? Подожди, а почему вчера не было на лекции о сифилисе? Ох, Галина Сергеевна, как доказывает медицинская наука, зараза к заразе не пристает. Да? Да. Ты такой красивый, Гулям. Ну? Что даже такая старая страшная зараза, как я, может к тебе пристать? Шутите, товарищ майор, да в медицинской службе. Шутки. Галина Сергеевна, а куда наглядные пособия? На сцену неси, Зиночка. Это что, новенькая? Зина. Хорошая девушка. Жалко ее. Мать у нее от чахотки умерла. Не очень недоедали. Пускай откормится. Да-да-да-да-да-да-да. Надо бы помочь девушке. Эй, Гулямов. Че? Не надо. Че не надо? Она совсем молодая. Да ладно. Совсем не умная. Ну ладно. Мало тебе того, что ты Райку испортил. Что? А кто ее испортил, товарищ майор? Ну, кто ее испортил? Гулямов, я все знаю. Ну, хорошо. Не надо, так не надо. Вы же меня знаете. В том-то и дело, что знаю. Не надо. Не тронь. Михаил Дормидонтович! Майор Думанский! Товарищ майор Думанский! А где второй слой? Так давай их сюда! Сейчас ваша лекция! Значит, объясняй. Закончим лекцию. Майор Думанский! Мы вас все ждем! Летяга, ты где? Да я тут. Иди сюда. Ну-ка, слетай за ним. Товарищ а, майор, да, он же меня давай, съест. Давай, давай. Товарищ майор, вот. Что, вот. А, вот. Да вы уж посмотрите, товарищ начальник. Нет, дедуля, это не ко мне. Вторая комната, внизу. Тяга, какого хрена? Я работаю здесь! Пошел вон отсюда! Майор! Товарищ ну майор! Так, вот сюда, он у меня банки огурцов сюда, запустил! Сюда. Я же говорил, бегом он переносит стол, меня! Рядовой. Чуть не убил! Вот же ж послал Господь наказание на мою задницу. Вы меня, товарищ майор? Чего? Да при чем тут ты? Измена! Кругом измена!
всех выведу на чистую воду. Вот вы у меня где. Це вот. Порошок сотру. Штрафбата не видели? Увидите. Лекция по бдительности. Вот вы, товарищ корреспондент, все пишете, пишете про нас грешных, критикуете и верно критикуете. А вот как бы про этого красавца написать, да покритиковать его? Что, кишка тонка? А вы подпишитесь? Я? Упаси бог. Так ну чего, чего разгогатались? Чтоб пьяного отродясь не видели. Катя, Харьков дай мне. Дай мне Харьков срочно. Да. Алло, Харьков. Ха? Катя, пробей мне Что значит нет связи? Катя, мне связь? Ну... Где связист? Летяга! Связь давай! Связь мне нужна! А я виноват, что связи нет! Летяга, мне связь нужна! Да мы уж кабель где пробило! Значит так, не хнычь и сопли не распускай. И не бери дурного в голову, а тяжелого в руки. Товарищ майор, он меня достанет. Значит так, сейчас давай заводи радио. Может, там свежая сводка поспела. Есть. Давай, давай, давай. Давай, сынок. Опять психанул. Говорите громче, пожалуйста, я вас не слышу. Повторите еще раз, пожалуйста. Как фамилия? Только. Понял. Соединяю. Хорошо. Центр, вы слышите меня? Центр, прием. Генерал-лейтенанта Галанина, генерал-лейтенанта Карасеева, генерал-майора Фирсова, генерал-майора Жеребина, генерал-майора Латышева, генерал-майора Бирюкова, генерал-майора Серюгина, полковника Шастатского, генерал-майора Соколова. Да, товарищ Молодец. Генерал-майора Сызранова. Да. Полковника Фомиченко, генерал-майора Федоровского. Хорошо. Полковника Хильчевского, полковника Фролова, полковника... Ну, по понятным причинам. Генерал-майора... Может, проще поднять несколько девиц? Да прочесать, прошерстить эту виницу. Генерал-майора Буняшина. Пленных собрать. Артиллеристы. Пусть они разберут завал. Генерал-майора артиллерии Косенко. Генерал-майор... Да доберемся до этих архивов, если они, конечно, там, в ставке. Павлова, полковника Соколова, подполковника... Понял вас, товарищ Молотов. Да, товарищ Молотов. Как я уже говорил, наш человек сейчас приступил к работе там, в Виннице. Вот, товарищи бойцы, статья в нашей окружной... В нашей окружной газете «Бей врага». Хватит на каждого, товарищи. Внимательно прочитал сам и передал другому. К бдительности нас, товарищи, призываю. Который уже день. Здравия желаю, товарищ майор. А потом займусь наведением дисциплины. И, ну а теперь, перед выступлением фронтовой бригады, Галина Сергеевна прочитает вам лекцию. Галина Сергеевна, пожалуйста, прошу. Вот, товарищи бойцы, водка. Товарищ Думанский, попрошу на сцену. А же я? А потому что вам это нужнее других. Михаил Дормидович, ну давайте, давайте. Не стесняйтесь. Пожалуйста, сюда, на сцену. Ха-ха-ха!
Михаил Дорогиевич, вы хоть и особо уважаемый, особый отдел возглавляете. Ну, да. Но позвольте мне, старику, по-дружески замечание вам сделать. Делайте. Очень уж вы с водочкой дружите. А чем мне с ней ссориться? А ваш подчиненный, Коптелин, тоже очень с ней дружил. И где теперь Коптелин? Утонул. Нет Коптелина. Да, вот так вот. Посмотрите. Посмотрите на эту печень. Чья печень? Свиная. У свиньи печень нетренированная. Кто же свинью водкой поить будет? Товарищ Думанский, на вас бойцы смотрят. У меня печень. Будет надобность скроить, вы видите. Не печень. Завод. Тихо, разгалделись. Михаил Дормидонович, я, конечно, очень вас уважаю за трудную и ответственную службу. Правильно. Но превращать плановое мероприятие в балаган не позволю. Не позволю. Это ж плановое мероприятие. Товарищ майор. Водка у вас аптекой воняет. Беру на экспертизу. Бутылку забрал. Отдайте водку. Товарищ Думанский, отдайте водку. Ну, вот и вся лекция. Кто такой? Капитан Сирота, военкор. Фотографируешь? Так точно. Разрешение мое есть? Не понял. Посидишь до выяснения. За что, товарищ майор? Товарищ майор! В 22:30 наши слухачи зафиксировали самолет вот в этом районе. Немецкий, тяжелый. Пересек линию фронта, движется как будто в нашем направлении. Ну вот и началось. Думаете, началось, товарищ генерал? Похоже, что так. Звонил Лифанов. 7 дней у нас, Максим Петрович. Семь дней. Центр псаломщику. Курьер в пути. Прошу обеспечить его прикрытие по плану 8С. Он должен поднять груз в течение недели. Центр. Как быстро годы пронеслись, как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинка старая звучит, и сердце музыку ту бережно хранит. Тот медленный фокстрот, что танцевали мы за 3 дня и 3 ночи до войны. И пожелтевшее письмо осталось без ответа, так уж суждено. Как будто эхо вдалеке мотив звучит несомый ветром налегке. Тот медленный фокстрот, что танцевали мы за 3 дня и 3 ночи до войны.
быстро годы пронеслись, как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинка старая звучит, и сердце музыку ту бережно хранит. Дождь долго слезы лил, прости, что не дожил. Три дня, три ночи я до той весны.